на танцы, и мы сегодня будем запускать самолет. Пока ее ожидаем, позапускаем вертолетик, да. Левин. Давай сейчас. Полетел! Улетел Лёва! Улетел свой вертолет. Вот здесь мы его никак не достанем, Лёва. Пойдем спросим. Лёва очень смелый, залез в этот подвал. И давай мне вертолет, а теперь я тебя достану. Достану. Сейчас. Вот, Лев, ты выбрался уже. Мама его за ручки потянула. Вылезай до конца. Теперь можно снова запускать его вертолет. Молодец. И не пришлось папу ждать до завтра с его удочкой. А то думали, что придется папу удочкой сюда вызывать, на крючок цеплять. Ура, пошли! Запуск продолжается. Есть. Хорошо. Внимание, внимание! Запуск вертолета! Улетел. Следующий запуск. Ой! Только не в меня. Да, молодец, так ровненько. Помнишь, когда-то мы вышли его запускать, он все время в меня летел. Где я не встану, он в меня летит. Лёва! Ты что, нарочно? А ну запускай в другую сторону. Мама, смотри, как он улетел. Ну потом посмотришь, когда будет фильм готов. Съемка продолжается. Меня не надо. Ты не слишком резко дергай для того, чтобы он не попал. Оторвалось. Что? А не надо очень резко дергать с самого начала. Лучше потом разогнать. Правильно? Так. Ну, меня не нужно. А ты не целься в меня. Я раскусила тебя. Раскусила, вернее. Твой хитрый замысел. А если маме в глаз улетит? Или будет смешно? Лёва, запускай в другую сторону. Вон туда. Ура, полетел! Здорово! Замечательную игрушку ты себе выбрал на память о твоем отдыхе в Каролине Пугас. На Одесском вокзале Лёва купил такую игрушку.
набор куколок купила на память. Вверх ногами уселся. Это потому, что в меня целился. Целился в другую сторону. Терпел крушение в вертолете. В решетку не целься, а то придется снова туда влезть. Запускай оттуда. Не попал. Здорово. Можно я разочек запущу? Можно я запущу разочек? Конечно. А ты поснимаешь. Спасибо. Съемка идет. Тебе еще и снимать нравится? Ай, Лёва! Я боюсь так. Вот запускать почти не страшно. Когда в меня летит вертолетик, то страшно.